Знакомый мне сейчас жилье ищет, чтобы снять на какое-то время. Получится, не получится. Вот. А там, если не получится, в кармане ни копейки, нет, не перевели. Вот. Будем продвигаться к границе с Белоруссией, с метом бабушек. Переходить пешком, потому что ехать-то не за что. Если здесь не найдут жилье нам, чтобы мы все вместе были, я никого не собираюсь по углам распихивать. Будем двигаться. Мне просто деваться некуда. Мне сказали, если до завтра я не поселю детей, они приедут с милицией и будут их у меня забирать, лишать прав.